Привет всем, с вами Владимир и канал Китай стал ближе. И вот появился повод снять очередное видео о спорах на Алиэкспресс. А повод такой. Заказали мои прекрасные дамы вот такие вот перчаточки. Перчаточки стоят 2,50. Ну, в принципе, ничего такого. Под кожу зам. Такие вот перчатки. Мы заказали именно черные. Вот здесь вот оставлю ссылочку на видео. Видео было не так давно. Можете посмотреть. Была распаковка этих перчаток. Но после того, как распаковали, как они решили их посмотреть, мы обнаружили вот что. Вот такие классные перчаточки. То есть одна перчатка нормальная. А вторая перчатка вот такая вот. Вот такая вот вторая перчатка. То есть она полностью не прошита. И вообще такое ощущение, что и не собирались прошивать. Края маленькие, тоненькие. То есть там даже не за что прихватиться. В общем, вот такие вот перчаточки. Значит, что я решил сделать? Я решил открыть спор. Такой спор я еще не открывал о несоответствии товару. Значит, что я пишу китайцам? Добрый день, товар пришел. Ну, качество отвратительное, подкладка не прошита, качество материала плохое, носить невозможно. Отправку обратно считаю нецелесообразной из-за цены отправления. Из-за цены отправления. Значит, открываем мы спор и отсылаем китайцам вот именно вот эту вот запись. Значит, что мы пишем здесь? Что мы пишем здесь? Что товар получили. Товар получили. Здесь мы выбираем плохо прошито. Выберем полный возврат, поскольку носить их нереально. Значит, вставляем мы сюда наше обращение к китайцу нашему. Добавляем приложение, что именно из приложения, это то, что мы вот здесь вот с вами, точнее я, вырезал. И сейчас сохраняю. В загрузках. Сохранить, сохранил. И теперь вот этот удаляем. Вот, видео все, нажимаем отправить. Все, значит, 4 календарных дня дали продавцу. 4 календарных дня дали продавцу. Вот наш спор. И давайте посмотрим по прошествии некоторого времени, что же нам ответит товарищ китаец. Потому что, ну правда, перчатки носить невозможно. Подкладка вылетает, и ничего мы с этим сделать не можем. Так, ну что ж, ждем ответа продавца. Итак, дорогие друзья, прошло буквально 24 часа, на что последовал ответ продавца по нашему спору. Значит, что же ответил продавец? Продавец ответил, что, мол, так и так, мы очень сожалеем и обещаю выслать идеальный товар, что сам проверит его, что все будет хорошо, и просит отменить спор. На что я сначала согласился. И отменил спор, думал посмотреть на честность продавца, но потом вспомнил, что товар-то я уже подтвердил. И в таком случае, если сейчас отменяю спор, защиты покупателя уже нету. Защиты покупателя уже нету. И то есть продавец может вообще ничего не высылать, ничего не подтверждать, ничего, просто забыть про вас. Пройдет там, по-моему, с момента 10 дней. После получения товара, и все, вы уже не сможете не открывать спор, ничего. И я открыл спор повторно,
И теперь отправлю ему еще вот такое вот сообщение, что... Ой, спор я закрывать не буду, поскольку уже подтвердил заказ и прошу вернуть деньги. Так, отправил я ему сообщение. Ага, только отправил я ему на русском. Давайте отправим на английском. Да, вот, отправляем на английском. Значит, смотрите, что получается. После подтверждения заказа у вас есть там, по-моему, 10 дней, чтобы подать спор, обжаловать спор и все остальное. После истечения 10 дней... После истечения 10 дней, все, вы уже спор открыть не можете. Вот так вот. Так что только в течение 10 дней. Ну что ж, написали продавцу, будем ждать его ответа. Итак, дорогие друзья, прошло несколько дней, 3 или 4, я точно не помню, давно не заглядывал. И что я вижу? Что я вижу по нашим перчаткам? Что продавец принимает спорный вопрос? Вот так вот. Значит, что я хотел этим доказать? Доказать хотел я этим только одно, что спорить с продавцами надо. Если даже вы подтвердили, видите, как у меня получилось. Поторопился, подтвердил заказ, распечатал перчатки, посмотрел, а они рваные. Ну что ж, ничего страшного, взяли, открыли спор и вот получили деньги обратно. Так что спорьте, не бойтесь, доказывайте свою правоту. И обращайтесь, спрашивайте в комментариях, всегда подскажу, всегда расскажу, что, как. Все, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем до новых встреч, пока!